В Ульяновске на базе кинофонда открыли анимационную лабораторию. На занятиях ребята познакомятся с основами анимации и различными видами анимационных техник. Также ученики смогут примерить на себе роли режиссера мультика или мультипликационного сценариста. Стать создателем мультфильмов смогут дети и подростки разного возраста. Анимационная лаборатория у нас открывается не единственная уже в Ульяновске. Анимационные лаборатории создавались небольшие и раньше. Мы открываем ее как продолжение работы с населением именно в Ульяновском кинофонде, потому что до этого у нас была открыта кинолаборатория, где собираются кинематографисты. И для того, чтобы охватить и ту часть населения, которая осталась незадействована, это дети и подростки, мы открываем анимационную лабораторию. Но и опыт работы с детьми сотрудники областного кинофонда имеют. До открытия лаборатории в учреждении часто проводились мастер-классы, на которых школьники делали свои мультики. Мы приходили в кинолабораторию и снимали фильмы для мамы. И мамам очень понравилось наши фильмы. На открытии анимационной лаборатории подвели итоги регионального конкурса «Лучший кинозал», объявленный для сельских учреждений. В этом году победу одержал Игнатовский дом культуры. Да, для меня большое удовольствие поздравлять победителей этого конкурса и дарить кинооборудование. Оно, конечно, не крутое цифровое, но тем не менее оно помогает на селе людям увидеть кино. Занятия в анимационной лаборатории начнутся с января следующего года. В группу войдут 10 учеников. Учебный курс составит 3 месяца. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Фулправда ТВ.